Уважаемые дамы и господа, добрый день. Меня зовут Алексей Кузнецов. Как обычно, краткий обзор ситуации на финансовых рынках. И большая просьба поставить плюсы в чате, если все хорошо со звуком и с видео. Те, кто еще не авторизовался, могут это сделать, потому что, ну, в общем-то, я считаю, что общение хоть какое-то между нами вполне даже будет уместным, учитывая, что всегда по ситуации, по текущей, могут быть какие-то вопросы, и если вы не авторизованы, вы не сможете эти вопросы задавать, вы сможете быть просто зрителем. Вот. А если вы авторизовались, то, пожалуйста, вы можете выражать свое мнение, задавать вопросы и получите, конечно, на них ответ, потому что я всегда стараюсь на ваши вопросы отвечать. Итак, смотрю, что происходит в чате, плюсы есть, спасибо вам огромное. Что ж, давайте тогда пообсудим вначале текущую ситуацию, в целом, как бы фундаментально, что происходит. На данный момент времени мало что меняется ситуация. Как я, собственно, и говорил, сейчас на рынках идет ожидание решения по процентным ставкам Соединенных Штатов и решения Банка Японии по дальнейшему, так сказать, вот, программе стимулирования банковского. И сейчас, пока эти вопросы еще не решены, конечно же, какого-то направления на рынках нет. Видна просто раскачка. К сожалению, так сказать, многие движения в этой раскачке, они мало прогнозируемы, и мы вот ожидаем, что цена, перейдя через какой-то уровень, будет двигаться дальше. Но, в общем, по сути, происходит просто расширение торгового диапазона, так называемые вот все эти индексы волатильности или индексы страха их называют. Они сейчас находятся на высоких значениях, учитывая, что цена просто мотается из стороны в сторону. И торговать успешно и стабильно в этих условиях крайне тяжело, конечно же. Поэтому, может быть, даже если вы хотите торговать на каких-то диапазонах часовых или четырехчасовых, то можно воздержаться пока от торговли. Если вы торгуете на более мелких диапазонах времени, то, в общем-то, все равно вот в этих более мелких диапазонах, конечно же, движения хоть какие-то есть. Поэтому будьте внимательны. Сейчас надо быть крайне аккуратным в плане объема сделок, потому что, ну вот, все достаточно сложно, учитывая, что пока нет решения, нет, собственно, и направления. Какие-то сделки совершаются, но они все достаточно краткосрочные. Вот. Заседает Андрей. Ну, сегодня в основном будет статистика из Соединенных Штатов. Потому что, в общем-то, сегодня прям очень много статистики из Соединенных Штатов. И опираясь на эту информацию, рынки будут принимать какое-то решение о возможном повышении или не повышении процентных ставок Федрезервом. Потому что если статистика выйдет неплохая, ставки, вернее, вероятность повышения ставок, она возрастает. И тогда как бы вот, все будет двигаться в направлении американского доллара. Если статистика выйдет плохая, то шансы на повышение процентной ставки резко упадут, и тогда, в общем-то, все достаточно будет для американского доллара опять неопределенно. Ну, в общем и целом, сейчас ожидаются две вещи. Либо процентные ставки повышаются на ближайшем заседании, то есть 21 сентября, вот, либо непосредственно перед выборами в конце ноября на заседании ноябрьском также могут повысить процентные ставки, а на сентябрьском заседании 21 числа только сделать, как бы дать сигнал рынкам о возможном повышении процентных ставок в ноябре. Ну, тогда будет давление на американский доллар все это время, а уж потом, так сказать, ну, скажем, даже не столько давление, сколько, я думаю, что эта неопределенность так и будет сохраняться. Будет понятно, что до ноября процентные ставки не повышают, но поскольку это будет в ноябре, то есть весь октябрь, скорее всего, будет опять болтанка, а в ноябре на ожидании повышения ставок доллар будет американский опять укрепляться. Ну, то есть что-то типа этого может быть. Ну, опять же, я предупреждал о том, что в ноябре макростатистика Соединенных Штатов, скорее всего, будет, скажем, достаточно плохая, учитывая текущие темпы и статистику текущего момента, и, естественно, как бы прогнозировать тоже не очень хорошо. Поэтому повышать процентные ставки на фоне неважной статистики будет, наверное, не самым правильным. Хотя, ну, Федрезерв может пойти, несмотря ни на что, все равно на этот шаг по многим другим причинам. Поэтому вот такое сейчас напряжение большое, и в силу этих причин инвесторы мечутся туда и сюда, не знаю, к какому берегу приткнуться. Ну вот мы поэтому видим раскачку. Ну что ж, давайте
Сегодня, да, могут быть сегодня, Андрей, раскачка тоже достаточно большая, потому что статистики выходит много, и от этого во многом будет зависеть впечатление инвесторов о возможности повышения или сохранения процентной ставки на заседании 21 сентября. Итак, перехожу к рабочему столу. В паре еврофунт. Вчера я показывал, что здесь возможна фигура флаг. И вчера, смотрите, все пошло ближе, так сказать, к вечеру. Второй половине дня после обеда цены пошли вверх, дав сигнал на вход по данному флагу. Вот. Но, видите, радость была недолгой, тут же все развернулось и махнуло вниз. Но вот здесь вот эта вещь, она, попросту говоря, сломалась, учитывая, что вот вчера был очень такой сложный рынок. Я сказал, видите, пошла раскачка. Уровень пробит вверх, мы ожидаем движения вверх. Тут же без предупреждений, без всего разворачивается и идет вниз. Здесь, правда, был такой небольшой контекст того, что могло все развернуться. Была, видите, дивергенция. Но это далеко не всегда является четким сигналом того, что, скажем, все пойдет не так. Потому что он, в принципе, цена могла еще пройти немного вверх, и эта дивергенция никоим образом не сломалась бы. И вот тогда уже движение вниз было бы прогнозируемым. А здесь, видите, пробился уровень вверх, цена не пошла, пробился уровень вниз, и опять цена не пошла. И что здесь будет с еврофунтом, сказать крайне сложно. Вчера было еще заседание Центрального банка Швейцарии. Вот, ждали каких-то сюрпризов, может быть, каких-то таких вещей, типа привязки опять новой евро и франка. Но, в общем-то, ничего вчера Банк Швейцарии нового не сказал, ничего, никаких сигналов ни на что не дали. И поэтому, в общем-то, сначала все шло в одну сторону, потом резко развернулось, пошло в другую. В какой-то мере это связано с этим. Но нам, как людям, которые торгуют, от этого несколько не легче. Здесь у меня был без убыток, потому что я уже через вот это расстояние, видите, здесь до стоп-лосса было 27 пунктов. И как раз, видите, чуть побольше цена прошла, я поставил в безубыток позицию, видите, по безубытку стукнуло, ну что ж теперь, ничего страшного. В общем, сейчас пока ситуация крайне неопределенная, потому что пошла, видите, раскачка. Все больше и больше вот этот расширяющийся диапазон, который не позволяет увидеть направление. Вот опять же, мы сейчас пока видим в текущем моменте вот эту большую нисходящую волну, по отношению к ней пока идет откат, коррекция. Если будет пробитие вниз, значит тогда будет все вниз. Если пробитие будет вверх дальше, редко бывает раскачка больше двух раз, но скорее всего тогда будет движение вверх. Пока вот здесь достаточно все на самом деле тяжело, учитывая, что вот сейчас просто идет вот такая вот игра на ожиданиях. С другой стороны, если посмотреть на эту ситуацию в дневном формате, вот смотрите, была здесь линия поддержки, она была пробита, произошел четкий возврат к линии поддержки, возник в дневном формате внутренний бар, так называемый. Вот, и сейчас возникает, возможно, будет подтверждение, если все пойдет вниз. Поэтому я до сих пор вот и оставил вот этот вот уровень поддержки, пробитие которого даст достаточно отчетливый сигнал на движение вниз, вновь к значению 0.8330, а может быть даже ниже 0.83. Посмотрим, как здесь будет. Почему-то мне такое ощущение, что, наверное, это вряд ли. С другой стороны, почему бы и нет. В общем, сейчас однозначно это сказать нельзя, потому что, в общем-то, ничего пока и здесь и не происходит. Есть какая-то вероятность, если все-таки цена пойдет вверх, что здесь будет расширяющийся треугольник. Смотрите. Сейчас вот так покажу. Так. Видите, двойная попытка удариться и пробить уровень оказалась неудачной. Потом цена дважды откатила от этого уровня. Видите, образовала вот такую вот штуку. И то есть, по сути, здесь образовался треугольник. Так вот я сделал. Видите, треугольник. Если цена пойдет вверх, то вот за пределами вот этого уровня движение вверх можно будет рассчитывать вот на все вот это расстояние, а именно на 67-70 пунктов движение вверх. Вот таким вот образом. И больше здесь пока я ничего сказать не могу, потому что, в общем-то, импульсное движение вверх, в общем-то, было. И позиции евро по отношению к британскому фунту, они как-то более такие
на данный момент более перспективные. Евро-доллар. Здесь вообще все достаточно забавно. Вот я вчера нарисовал уровень 1.12.13. Видите, в часовом формате. Если он будет пробит, то можно будет входить на продажи. Потому что здесь, видите, как все заболтал. Но в итоге он так не пробил. Цена резко к вечеру летела вверх. И смотрите, даже сломала этот треугольник. Сломала в каком смысле? В том смысле, что вот в четырехчасовике, видите, был пробит вот этот вот это уровень сопротивления. Вернее, там как бы в часовике, это часовой треугольник. Вот просто это уровень пониже. И сейчас я специально его оставил. Может произойти укрупнение. То есть вот так поменьше сделаю. Смотрите. Сейчас я прямо сначала нарисую его. То есть смотрите. Ой. Первая точка. Движение вверх. Вторая точка. Тут промежуточные колебания, потому что это другого формата. Вниз третья точка. Вверх четвертая точка. И если будет движение вниз, то вот будет таким вот образом. Вот такой будет треугольник, более крупный. Сейчас я его линиями обозначу. Вот. Здесь практически, видите, даже можно сказать не треугольник, а зона консолидации с достаточно четкими границами. Но вот поскольку нижние границы, видите, от немножко от уровня отличается чуть-чуть, но видите, недоход здесь совсем небольшой. Поэтому, в общем-то, можно отнести его к треугольнику. И поэтому, если будет движение вниз с пробитием линии поддержки, то, скорее всего, цена так и пойдет вниз. Если же будет движение вверх сейчас, я тут такой вот нарисовал нисходящий канал, если будет движение вверх, то может цена еще некоторое время пройти вверх, и будет тогда двойной канал. Двойной канал вверх от нисходящего. Здесь, правда, вот это движение не совсем можно назвать коррекцией, но тем не менее, в общем-то, такой кривенький, но канальчик нарисовать можно. Поэтому, если будет движение вверх, то тогда двигаемся вверх. Вот, ну, в зависимости от свечи пробития, где-то примерно, опять же, к значению 1.12.70. Вот сюда, вот к этой точке. Я так оставлю предварительно, что может быть такое, что будет пробитие и будет движение дальше вверх. Посмотрим. Ну, в общем, тут такая вот консолидация. Я думаю, пока из консолидации временно вот эта пара, она не выйдет. Ну, вот видите, движущих факторов нету. Есть просто ожидание, есть вот эта борьба. Ну, вот может быть сегодняшние данные Соединенных Штатов как-то повлияют на эту обстановку. А может и нет. Посмотрим. Сейчас мы видим, что уже, видите, идет просто боковик, по сути дела, внутри которого тут как-то что-то пытаться можно увидеть, но дело не сильно благодарное. И вот, ну, болтанка, короче говоря, идет. Никуда движения, по сути дела, нет. Индекс доллара также находится в неопределенности. Линию поддержки никак преодолеть не может. И вот, видите, пока находится цена ниже аллигатора. И это говорит о том, что между линией и индикатором. Это говорит о том, что степень неопределенности очень высока. Пока здесь тоже ничего сказать нельзя. Доллар-франк. Вчера я сказал, что может быть либо канал, либо треугольник. Движение было вниз. Но, смотрите, линию поддержки так цена и не пробила. То есть, видите, так в итоге и стелится по этой линии. А поскольку стелится, все-таки есть вероятность пробития вниз. Но нужно помнить о том, что здесь у нас есть линия поддержки. Вот она, уже другого дневного формата. И если будет движение вниз, значит, тогда можно будет говорить об этом крупном треугольнике, и который может, скажем, дать цель вот до нижней границы зоны консолидации дневного, даже недельного формата, до уровня 0.95 ровно. То есть цена может пойти сюда. Ну вот треугольник есть. Смотрим, что происходит с треугольником. И может быть при пробитии той или иной границы, вот вверх либо вниз, мы увидим все-таки движение. Пока, смотрите, здесь ничего не происходит. Первая точка, вторая, третья, четвертая. На пятый выхода пока мы не видим, но может он все-таки и произойдет. То есть в любом случае сейчас либо вверх, либо вниз, и мы сможем получить торговый сигнал. Так что вот здесь можно даже, в принципе, эту ситуацию обозначить двумя стрелками, равнозначными по возможностям, вот, и посмотреть, какое из этих направлений может сработать в плане входа. Но здесь вот вход вполне может даже быть. Хороший вход.
Особенно, наверное, даже больше вниз. Хотя, ну, сейчас может быть все что угодно. Британский фунт. Вчера я говорил, что он находится в четырехчасовом канале нисходящем. Был получен сигнал на продажу. Вот, сигнал на продажу. Потому что была пробита нижняя граница канала. Вчера был резкий откат достаточно. Ну, кстати, вот сигнал на продажу, после сигнала на продажу, вот был треугольник, который 15-минутный. Вот он, треугольничек. Видите, зона консолидации, уход сюда, треугольник, пробитие, откат. И вот при повторном пробитии здесь была очень хорошая такая цель. То есть можно было здесь вот 35 пунктов взять. Вот, немного, но все равно приятно. Это как бы больше 20, больше 25, поэтому, в принципе, на такой треугольник можно было пойти. Но вот видите, как здесь фактически все раз и развернулось. Я как-то ожидал больше, тоже поставил себе без убытка, тоже получил здесь без убытка. Потому что одно дело треугольник, но, в общем-то, этот треугольник возник в контексте вот этого всего, понимаете, канала. Поэтому я ждал двойного канала вниз. Но вот видите, все как-то вчера было криво, к сожалению, и я здесь не смог ничего с этим сделать. Вошел-то по треугольнику, но вошел просто как бы точка входа была по треугольнику. Но никак не ожидал, что будет такой обратный выброс. Ни много ни мало, тут там 150 пунктов. Ну вот просто, ну вот она раскачка вам. Пожалуйста, раскачка. Вместе с тем сам треугольник, вернее не треугольник, сам канал не сломался нисколько. Поэтому до сих пор можно будет по этому каналу, если что, работать. И я предполагаю, что продолжение нисходящего движения тут следует. Ну вот неопределенность здесь отчетливо видна. И пока я здесь, кроме как вот текущей ситуации, я здесь пока ничего не вижу. Вот опять же есть уровень поддержки. Вот он, теперь он уже стал ниже. Это 1.3140. Вот если будет пробит он вниз, можно будет ожидать какого-то нисходящего движения. Если не будет пробит, ну, значит, тогда неопределенность так и сохраняется. Смотрите, опять же, смотрите, раскачка какая. Уровень обозначился. Сначала был пробит вниз, никак. Потом этот был пробит вверх, тоже, смотрите, возврат. И куда вот после такой раскачки цена пойдет, я, честно говоря, даже затрудняюсь сказать, потому что здесь... Ну, предположение строить, наверное, не самое верное в этой ситуации. Вот я уж со всех позиций смотрю, что здесь, и пока я не нахожу ответа на то, что будет. Но вот учитывая, что пробитие было вниз, я все-таки жду продолжения нисходящего движения. Но вот в конечном итоге может еще немножко цена пойти вверх, вот, превратив линию сопротивления в трендовую линию. То есть запросто может вот сюда, вот куда-то в эту точку прийти, цена. И уже отсюда, может быть, пойти вниз. Вот так может быть. В общем, сейчас надо наблюдать за этим, учитывать, динамика есть восходящая, почему бы ему сюда вот не прийти вначале. Ну, тогда уже оттуда можно будет по-честному вниз, и здесь надо подождать какой-то сигнал для входа на продажу. То есть, а пока здесь ожидание. Доллар-иена. Смотрите, интересная какая штука. Все-таки вчера цена не пошла вверх, пошла вниз. Образовался, смотрите, восходящий треугольник все-таки на иене, на четырехчасовом формате. А вот этот, вот видите, часовой восходящий канал после пробития вниз, возврата и продолжения движения вниз, вот это вот, можно сказать, что здесь все, этот, видите, канал-то отработал, но, правда, по нему тут тоже все было вечером. Видите, он отработал, как данный канал. Вот цель. Вот, видите, все четко отработал. Ну вот, как-то по этому каналу вчера тоже, если честно, не заходил, потому что как-то уж движение какое-то было нездоровое везде. У меня тут без убытки в двух местах выбило, и здесь я уже просто не стал заходить. Вот, что сейчас здесь? Тоже, вот с моей точки зрения, просто большая неопределенность, потому что видите, цена практически гуляет вверх и вниз в достаточно больших пределах. И единственное, на что здесь можно ориентироваться, с моей точки зрения, это вот на этот четырехчасовой треугольник. Куда он пробьется, вот туда и, собственно, нужно будет смотреть по нему. Вот треугольник, пока цена находится внутри этого диапазона, ничего не предпринимаем, только смотрим на него. Австралийский доллар.
Здесь ситуация еще интереснее, потому что, видите, двойной канал вниз как будто бы включился, но вчерашний день и до сих пор, смотрите, вот этот уровень 0,7490, до сих пор, видите, он никак цену никак не может определить, то ли она вверх, то ли она вниз, то ли куда. По идее, сигнал на нисходящее движение в австралийском долларе, он уже получен. Но в конечном итоге мы видим, что пока он никак не реализуется. Вот динамика была хорошая, и по идее все должно было привести быстро к пробитию вот этого уровня поддержки и к продолжению нисходящего движения. Но вот видите, сколько уже времени, сутки цена практически стоит и никуда не двигается. Это говорит о том пока, что вот степень неопределенности столь высока, что, ну, в общем, сейчас смысла пока работать в этом направлении нет. Надо ждать до тех пор, пока цена не пробьет вот все эти поддержки, и тогда, может быть, действительно можно будет после этого выходить. Сейчас в этом большого смысла нет. Новозеландский доллар, похожая ситуация. Видите, тоже пробился в начале канал вниз, дав сигнал на движение вниз в данной паре. Тоже динамика вниз высокая, но мы видим, что до сих пор цена пока никуда не идет и никаких сигналов не подает. Единственное, если будет все-таки здесь вот почетче немножко, будет по каким-то причинам движение вверх, вот, можно будет рассчитывать на канал. Может быть, здесь треугольник образуется в итоге с движением, возможно, вниз. Не знаю, но вот на данный момент пока вот такая картина, она еще не дает никаких предпосылок для движения в какую бы то ни было сторону. Доллар, канадский доллар. Попытка преодолеть уровень 1.3197, 1.32, она такая, в общем-то, была неплохая, но, видите, пока все очень-очень тут сложно. Потому что есть тенденция, по ходу тенденция, у нас уже образуются дивергенции во все, и это пока не говорит о продолжении восходящего движения. То есть все вот на этом уровне, вот на уровне сопротивления, все пока очень-очень сложно. И мы видим, что динамика восходящая высокая, но движение, в общем-то, определенное затухание тут тоже прослеживается. То есть вот это вот, если делать эту линию, проводить, мы видим, что он тоже начинает загибаться. А когда он загибается в пределах уровня и на фоне дивергенции, есть вероятность какого-то откатного движения. Может, даже и небольшого, но все-таки какое-то откатное движение, все-таки, я думаю, что здесь будет. Вот. Пока тоже сигналов нет никаких, и в данном контексте, может быть, я бы поискал бы лучше захода вверх за американский доллар после отката, а не наоборот. Потому что после такой мощнейшей динамики двигаться против вот этого всего, ну, как-то очень опасно. Так, Сергей спрашивает, какая у вас платформа, треугольник. Доллар-франк не получается. Странно. Доллар-франк, вот как, я не знаю, четырехчасовой формат. Вот, ну, не знаю, у меня получается. У меня на любых счетах получается. Все вроде нормально. Ну ладно. Канадский доллар. Так, еще вопрос. У меня по хай-лоу не всегда все совпадает с графиками. Ну, согласен, у меня здесь стоит демо-счет просто, а на реальных счетах котировки немного могут отличаться. Это на самом деле так, но общий контекст, он, конечно, здесь, общий контекст, он, конечно же, совпадает. Поэтому я так думаю, что разница может быть, но она не столь значительная. Вот, так что здесь, в канадском долларе, я тоже жду какого-то отката, после чего может быть возобновление восходящего движения. Учитывая, что, смотрите, 38 уровень, так все-таки цена и никак не взяла. После вот этого большого такого нисходящего движения, видите, все бьется в боковике, а видите, вверх-то никак. То есть все-таки либо 38 уровень, либо 50 уровень, может быть, даже 61 уровень коррекции здесь, я думаю, все-таки мы увидим. Несмотря ни на что, мы видим, что все-таки вверх-то цена двигается намного энергичнее, чем вниз. Может быть, все-таки это как раз и говорит о том, что процентные ставки все-таки повысят. Нефть марки Brent также пока никуда не двигается. Вот эта голова, плечи вроде как будто бы включилась.
Хотя это голова, плечи на коррекции, она не самая такая оптимальная фигура для торговли, но тем не менее какой-то задел может быть дан. Ну и что касается, смотрите, возможности образования треугольника недельного формата, вполне, почему бы и нет. Если цена падает к уровню $42 за баррель или $41 за баррель, и потом уже после этого уровня идет либо вниз на канал, либо вверх, вот тогда здесь будет треугольник, тогда будет понятно, куда цена дальше может уже подскочить или наоборот, куда может упасть. А вот пока здесь мы видим только затихание страстей и стабилизацию цен. И больше пока мы здесь ничего не видим. Вот. Поэтому в данном контексте пока тоже по ценам на сырье, по ценам на нефть, пока ничего сказать не могу. Но движение вниз, видите, было. Золото тоже находится, видите, в диапазоне. Ничего здесь нового. Рубль по-прежнему, видите, болтается в районе 64-65. Евро-рубль также находится внутри восходящего канала и никуда из него за его пределы не выходит, то есть ничего. Евро-франк также находится в боковике, ну то есть смотрите, все находится в боковиках и ничего с этим никак не сделаешь. Ну что делать, вот такая вот сейчас сложная и неопределенная обстановка. Единственное, что говорю, вот можно здесь сказать, вот я вам дал по евро-фунту ориентир, что может быть по выходу за пределы вот этого расширяющегося треугольника, и учитывая предшествующую восходящую динамику и отсутствие, смотрите, дивергенции на вот этом движении, по сути дела, как таковой, небольшое затухание, вот эта дивергенция маленькая, хиленькая, она уже отработала вот этой коррекции, можно будет ожидать восходящего движения. Вот, но не больше. Евро-доллар. Пока здесь все очень сложно, разве что ориентиры, вот видите, четырехчасовые, по выходу за пределы данной консолидации, я думаю, что пока не более того. А этот канал часовой, он может иметь место, конечно, но по нему надо, если работать, то очень-очень аккуратно, потому что он такой, какой-то не очень настоящий. Доллар-франк, вот вам, пожалуйста, треугольник, опять же, выход за пределы треугольника даст торговые сигналы, но предупреждаю, нужно быть сейчас максимально аккуратным в плане объемов, потому что в целом ситуация сложная сейчас, и говорить о каком-то движении, таком вот очевидном движении в ту или иную сторону, сейчас практически, как видите, нельзя. Внутри боковиков, даже крупных, торговать всегда очень опасно. А сейчас повсюду крупные боковики. Британский фунт, вообще мне пока непонятно, что тут происходит, куда все это пойдет, поэтому я его на сегодня откладываю. Доллар-иена, смотрите, тоже есть четырехчасовой треугольник, и в зависимости от направления пробития тоже можно будет сказать, что доллар-иена, данный пар, двигается в какую-то сторону. По австралийцу тут все очень и очень запущено и запутано. Несмотря на динамику, пока стоят цены, но вот может быть при пробитии уровня поддержки вниз 0.7440, вот может быть продолжение движения. Потому что все-таки сигнал по двойному каналу здесь получен. Новозеландский доллар, похожая ситуация, может быть движение вниз. Вот видите, а канадский доллар тут тоже пока вот вокруг этого уровня все крутится. И я пока не вижу какой-то возможности тут что-то такое сделать. Ну вот, пожалуй, может быть, здесь можно провести линию поддержки. Как видите, линия поддержки находится внутри линии аллигатора. И если будет пробита линия аллигатора, все три, и линии поддержки, потом будет какой-то возврат, вот, а после образования импульсного уровня можно будет входить на продажу. Вот как-то только так пока я вижу. Вот где-то здесь, вот после вот этого, будет вот такой сигнальчик. А пока не знаю. Пока мы видим, что да, есть направление, да, действительно, оно затухает потихоньку, учитывая дивергенцию, но как такового сигнала здесь пока я не вижу. Все-таки сигнал против тенденции – это очень слабая штука, а вот перестроение уже вот такое, оно даст уже более очевидный такой четкий сигнал, и действительно тут будет хороший вход. Ну и, пожалуй, наверное, все. Вот такая вот сейчас ситуация, коллеги. Я, к сожалению, пока могу вам показать то, что я сам вижу. Никаких дальнейших прогнозов, я думаю, сейчас даже не самое умное их давать.
не самое благодарное дело прогнозы в такой ситуации сложной. Сейчас даже именитые аналитики так разводят руками, говорят, ну не знаю, что будет, посмотрим. Вот, может быть, в какой-то мере сегодняшняя макростатистика из США прояснит ситуацию или, по крайней мере, подарит больше шансов тому или иному направлению. Но посмотрим. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Если вопросов нет, я прощаюсь с вами до завтрашнего дня, до 13 часов. Завтра будет новый обзор и новые порции интересной информации. Возможно, завтра мы что-то с вами уже сможем увидеть и какое-то направление до среды, по крайней мере, получить. Я сам очень надеюсь на это, потому что вчерашние безубытки маленечко меня самого разочаровали. Вот. Но не удалось заработать. Ну что же, ничего страшного. А вечером сегодня будет интересный курс, который будет называться «Цикл для более опытных трейдеров». Но внутри этого курса есть название «Как заставить курицу нести золотые яйца, не рискуя потерять курицу». Это занятие посвящено тестированию своих торговых систем, тому, как правильно собирать статистику по торговой системе, каким образом ее трактовать, для того, чтобы всегда понимать, ваша система на данный момент хорошо работает, оптимально, либо нужно все останавливать, и нужно ее либо пересматривать, либо использовать какую-то другую. Вот сегодня вечером в 18:30 будет занятие, посвященное этому. Всех, кто этим интересуется, я приглашаю. Через 15 минут сегодняшний обзор появится традиционно на канале YouTube. Вы сможете его еще раз посмотреть. Ну, а я с вами прощаюсь и желаю вам больших успехов в торговле. Ориентиры получены, смотрите на них, и если будут торговые сигналы, то я думаю, что есть всегда смысл входить, потому что торговая система работает только тогда, когда мы беспристрастно используем все ее сигналы. Вот. Ну, Андрей пишет, что Америка перерисует статистику и потом пересчитает. Ну, все может быть, конечно. Все может быть. Вообще, финансовый мир – это достаточно сложная такая категория, потому что он дает невероятные возможности людям, которые его понимают, людям, которые в нем ориентируются. И он очень опасен для людей, которые там считают, что это все так просто, и пришли, типа, сейчас он нам запросто деньги отдаст. Но вот я поэтому и говорю, что прежде чем работать с реальными деньгами, всегда нужно понимать, что именно вы делаете и почему. Нужно собрать статистику, нужно создать торговую систему, чтобы понимать, а что вот эта система именно статистически вам дает. Вы можете рассчитывать на разовый какой-то результат, либо вы можете рассчитывать на стабильный успех, пускай, скажем, даже и не вот какой супер там большой, но ведь относитесь к этому как к инвестированию. Все равно, если вы посчитаете, вам ни один другой способ инвестирования не даст таких возможностей, как торговля на рынке Форекс. Вот давайте на чистоту. Можно ругать, можно хвалить, можно что угодно делать, но если вы сделаете расчеты, то это очень супер предложение. Работа на рынке Форекс. Все, что здесь надо сделать, нужно обрести определенный навык по работе со своей торговой системой. Собрать статистику, проверить ее и, как говорится, работать наверняка. Будут минусы, будут плюсы, но в совокупности у вас все равно будет хороший плюс. Именно он вам и подарит те возможности, о которых я вам сказал. Ладно, с вами был Алексей Кузнецов. Всех вам благ. Работайте смело, если у вас есть торговая система, а если нет, создавайте ее, тестируйте. И дальше тоже работайте смело. До свидания. Всех вам благ. Пока.